В 43-й самарской школе для учеников 9-11 классов провели классный час на тему безопасности в сети интернет. Школьникам рассказали об особенностях информации, ее источниках, правилах обработки и дальнейшего распространения. Мы живем в информационном обществе, и огромное количество преступлений сейчас происходит посредством сети интернет. Именно определенная гигиена работы с информацией и развитие критического мышления, определенные основы понятийного аппарата, они должны закладывать. Это важный аспект для дальнейшего, выработки иммунитета. В ноябре в 43-й школе объявлен правовой месячник. Запланированы тематические классные часы, экскурсии, фестивали. Основная задача – рассказать школьникам о правах, обязанностях и ответственности. Напомнить о недопустимости вражды, в том числе в отношении этнических групп. Наша школа многонациональная. И 2 года назад мы стали опорной школой, в которой начали свой образовательный процесс 67 ребят, которые прибыли из республики ДНР и ЛНР. Мы предприняли вовлеченность ребят в нашу образовательную деятельность, а также воспитательную работу. У нас в школе есть музей, и многие из них стали экскурсоводами этого музея. Мы привлекали их в юноармейский отряд. Мы привлекали в различного рода мероприятия. Акция «Нет ненависти и вражде» проходит в эти дни во всех образовательных учреждениях страны. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.